Такой вот пьезоэлемент с опущенной зажигалки зажигает сгоревшую энергосберегающую колбу. Видно, прекрасно сверкает обычный пьезоэлемент. Сейчас покажу поближе, как, что там как подсоединено. Вот, все видно. В данном случае провода на лампе не обломаны, поэтому я просто их перемкнул. Они, правда, окислившиеся, но я их не зачищал, ничего не делал, просто соединил все.